я беру на себя смелость сказать, что такой концерт, как сегодня, происходит здесь впервые. Анна Плесецкая. Анна – балерина Мариинского театра. По совместительству – президент фонда «Возрождение поколения». Бальные танцы, балет, классическая симфоническая музыка, опера, ребята, эстрада. А, еще есть цирк. Это воздушники. И когда в финале вы увидите всех-всех участников, я думаю, что это будет действительно красиво. Представлено такое единение искусств и единение народов, скажем так. Мне кажется, что вот сослагающие успеха этого события были как раз вот связи поколений, вот именно в том, что на сцене были известные мастера и, может быть, начинающие артисты. Замечательно, красиво. Так нужно делать как можно чаще, по-моему. От этого будет результат и большая польза и взрослым, и детям. Чтобы их увидела публика, это как, я не знаю, как практика, и не только практика, а лишний раз почувствовать себя на сцене. Интересная идея. Вообще сам проект очень интересный, когда встречаются и молодое поколение, и уже зрелые такие, в общем, известные музыканты и деятели культуры, балета, цирка, оперы. Вот. И мы, например, представляем сегодня такой блок, можно назвать блок Спивакова. Наш концерт продолжают солисты оркестра «Виртуозы Москвы». Анна Плесецкая, идейный вдохновитель сегодняшнего события. Добрый вечер. И я надеюсь, все знают Станислава Попова. Это президент Русского танцевального союза. Автор и вдохновитель всех бальных турниров в Москве. Спасибо. И получайте удовольствие. Российским музыкантом Эдуардом Грачом. Ваши аплодисменты. Это мэтр классической музыки. Идея возникла, можно сказать, давно такая. И этой цели мы добились. Много интересных моментов было в этой программе, и она заслуживает внимания, вот, развития вот этой идеи. В шоу-бизнесе какая-то изюминка, то есть отличительная особенность, благодаря которой тебя народ поймет, полюбит и захочет видеть на сцене.